Всем привет! Наступило долгожданное лето, и мне захотелось купить себе новое платье. Побегав по магазинам, перемерив много разных моделей, изрядно устала сама и утомила мужа. Но так ничего и не купила. То цвет не тот, то модель мне не подходит, то размера моего нет. В общем, я расстроилась, и мы поехали домой. По пути заехали к подруге кофейку попить и пожаловаться на неудачный шопинг. Подруга мне помогла, дала мне выкройку и подарила ткань для платья. Дома первым делом я отгладила ткань. Замечательная расцветка, то, что надо. И процесс пошел. Сложив ткань вдвое, я закрепила выкройку полочки булавками и обвела все мелом. Убрала выкройку, снова скрепила ткань булавками, чтобы ничего не сдвинулось, и вырезала полочку для платья. Затем спинку, рукава, подол и оборку. Все детали готовы, можно собирать. Сперва нашила на полочку кружева. Получается красивая отделка. Будут еще и пуговки. Застрачиваю выточки. Сшиваю плечи. И обрабатываю края швов зигзагом. Получается неплохо. Теперь очень ответственный момент. Мне нужно отделать горловину бейкой. Бейку я вырезала по косой из той же ткани. Заутюжила и закрепила булавками по краю горловины. И вот так потихоньку, помаленьку, аккуратненько все пришила. На мой взгляд, получилось очень хорошо. Пришила рукава, обработала шов и подогнула край. А теперь подол. По верхнему краю передней части подола проложила строчку. Получается сборка. Также поступила и с оборкой. Пришила подол к полочке, к спинке. Пришила оборку к подолу. Все швы обработала зигзагом. Сшила боковые швы. И осталось подшить низ платья, что я успешно и сделала. Платье почти готово. Пришиваю пуговки. Смотрите, как красиво получается. Осталось отгладить, и можно пользоваться. А теперь примерка. Мне кажется, черный поясок неплохо смотрится с этим платьем.
Да и панама из рафии, что я связала недавно, дополняет образ. Чудесное платье. Без пояса платье тоже можно носить. Замечательно получилось. И, конечно же, спасибо подруге. Мне доставляет удовольствие сделать что-то своими руками. И ведь получилось неплохо, правда? Спасибо за просмотр и всем до новых встреч!